Днем музыка не играет, просто фонтанчики. Но тут в парке борцов за коммунизм есть всяческие интересные штучки, которые мы с вами сейчас посмотрим. Погода вот так не улучшилась. По всему парку разбросаны вот такие камни. Может быть, это то, что осталось от этого завода Екатерининского. С интересом смотрят на эти камушки китайские туристы. Ну и мы посмотрим, что же. Тут специальная дорожка ведет к ним. Ну, что тут написано? А, это кварцит. Вот, пожалуйста. Кварцит. Ну да, там вон какие-то есть жилочки такие. Вот еще какой-то булыжничек. Пока без подписи. Ну, знаете, а без подписи я его и не опознаю. Какой-то пемзу похож. А это у нас что такое? А, не подписано. Пироксенит с титаномагнетитом. Качканарское месторождение, Средний Урал. Вот, титан в живом виде. Валяется булыжник. Чего он из себя представляет? Вот, булыжник и все тут. Без подписи. Сюда табличек не хватило. Геологи есть? Ну-ка скажите мне, что это? Китайцы облепили вон ту группу камней. Я потом туда подойду, мне прям даже тоже интересно стало. Но они оттуда не уходят никак. Я вон уже сколько посмотрела, они там зависли. И вот, приближаемся к следующей композиции. Это у нас, слава богу, с подписью. Так, это мрамор. Маленькая у нас тоже мрамор. Ну и даже вот это тоже мрамор. Неудивительно. А вон черненький. Кто ставит на мрамор? Черный. Ой, их тут сколько много-то. Так. Вот они какие. Месторождение не буду сообщать. Тайна. Ну, наверное, тоже мрамор. Группа мраморов. Следующая композиция. Я бы тоже сказала, что это мрамор. Но... это у нас мрамор, да. Тагильское месторождение, Средний Урал. Ну все, я уже прошлась, и я уже знаток камней. Они, кстати, немножко разные. Отличаются. Потому что разные месторождения. Вот. А вот это поблескивает. Я бы его назвала бы кварцитом. Но его не называют никак. Продолжаем дальше. Китайцы наступают на пятки. Как-то у них популярно наши камни-то. Композиция. Так, идем по камушкам смотреть. Что это? Это сиенит. Вишнево-городское месторождение, Южный Урал. Я таких даже названий не слышала. А это асбест хризолитовый. Ну вот это вот что-то знакомое. Тут еще в разброс что-то есть. Ну, просто прям какие-то камни-камни. А у них даже и название нет. Они есть. Какой красивенький.
Прям красиво-красиво. Это кварцит черный. А вот это, наверное, серый кварцит. Ну, очень красивый. Вон там еще есть камушки. Это какой-то он с прозеленью немножко. Так, что тут написано? Это кварц жильный белый. Ну, такой розовенький. Это офиокальцит. Прям такой рыжий. Прям как с железной рудой. Ой. Положено. Вот осисье. Здесь змеевик. А это у нас черный. Не знаю, без подписи. Девочки положили на кварц. Переходим к следующей группе, благо тут людей нету. Здесь дунит. Уктузские горы, Средний Урал. Вот такой дунит. Там вон какие-то вкрапления. И вот такой красивенький. Ну, может, тоже думает. И вот у нас еще есть группа камушков. Мордочка как будто чья-то. Группа камушков. Вот с табличкой. Это у нас гранит. И девочки пришли сюда. А, беленькая у нас. Брысь, брысь, брысь. Без названия. Ну, наверное, тоже гранит. И вот последняя группа камушков. И какие-то меленькие здесь. Прям со сколами, с каким-то. Это яшма. А, так может это тут подкалывают на всяческие изделия бижутерные. Это Габро. Поселок Медный, Средний Урал. Какой красиво. Это у нас змеевик асбестовый. Баженовское место рождения, Средний Урал. Вот он, змеевик. Узнаете, да? Хозяйка Медной горы. И вот этот вот камешек. Тут вообще разных цветов. Он и зелененький, и серый. Все вместе. Без подписи. Ну вот. Такая прогулка. А это то, что разглядывали китайцы. Вот это серенький, это магнезит. Месторождение Саткинское, Южный Урал. С блесточками. Это коричневое что-то. Без подписи. А это Габро. Тулитизированное первоуральское месторождение Среднего Урала. Знаете, какой-то пятнистый. Зебра не зебра, леопард не леопард. 101 далматинец. Вот.